Всем привет, ребят! Сегодня с вами Геймер, и сегодня будем играть в Skywars на серверах. Ой, какой Skywars Build Battle с моим другом Дэном, да? Всем привет, ребят, с вами Дэн. Просто последние мои три серии были по Skywars, я привык уже. Да, ребят, ты учился Skywars, уже что-то поднадоел немного. Угу. Мы хотим просто разнообразить контент. Угу. Ну и сейчас небольшая пауза, и начнется игра. Окей, все. Так, ребят, у нас начинается первое строительство, типа, да? И у нас нам нужно построить алмаз. Жестко. Да, ну я знаю, как примерно строится. Я хочу просто построить настоящий алмаз из реальной жизни. Угу, а, да, хотя, не-не-не-не-не-не-не, никто не поймет. Тут нужно майнкрафтовский строить. Угу. Только я не видел майнкрафтовский алмаз, очень много, так что нужно так ставить. Вот. Так, а, не-не-не, какие алмазные блоки? Я из алмазных блоков хотел построить. Я как-то так, ребят. Алмаз — это очень сложная штука. Да, эта штука не такая уж простая. Я вообще не знаю, может алмазы набросать просто? И поставить? Не, ну это чисто будет это, не очень. Не знаю. Смотри. Я не знаю, как алмаз построить. Подожди. Это, ребят, прошлая серия Skywars у нас зашла хорошо, в принципе, но мы хотим записать Build Battle, потому что это разнообразие хоть какое-то. Это бессмысленно, ну. Так. Кстати, чувак, я алмаз какой-то строю. Из чисто алмазных блоков. Нормально. Так, вот так три. Вот так два, вот так один. Ну, я уже форму сделал. Только у меня печать, конечно, получится, и это вообще... Выглядит очень тупо. Знаешь, я чисто не пиксель-арт делал. Я прямо вот такой, прям это, знаешь, какой? Ну, короче, увидишь. А, я тут немного криво поставил один блок. Ребят, в принципе, это у нас первая серия по Build Battle, так что поставьте лайк, оцените. Ну, я тут еще... Я могу сейчас я прострою сразу очень много видов алмазов. Даже алмазное колечко сделаю, где на главном месте алмаз стоит. Вот не Я какой-то алмаз чисто построил. Сколько у меня FPS? Что-то у меня подлагивает. Ну, 60 FPS. А, ну правильно, запись берет больше. Так, всё, нормально. Это вообще на алмаз не похоже вроде. Ну, вроде и похож. Что-то тут не так. Тут можно сделать такой квадрат. Ну, похер, это будет типа такой мелкий чисто алмаз. Сейчас я сделаю колечко. Алмазное. Нет, не алмазное, но как бы с алмазом. Просто алмазных колечек не существует, конечно. Почему? Ну есть... Полностью алмазных колечек же не существует. Как бы. Такой это огромный алмаз, знаешь, такой строю. Огромный алмаз? Это круто. Я, наверное, его не успею доделать. Сейчас даже пальчик суну туда. Ну, типа руку в это колечко. А, мне нужно пол заменить на какой-то деревянный. Что, теперь я пойду вверх его строить? Так, сейчас посмотрим. Рука влезет сюда. Влезет? Да, влезет. Думаю, да. Очень круто влезла рука. Вообще на руку не похоже. Да, ребят, просто из нас строители такие. Ну, просто жесть. Не, я вообще-то хорошо строил. Ну, я вот редко вообще играю в Build Battle. Я больше там Skywars всякие такие. Да не, с этой стороны будет как-то тупо смотреться. Потому что тут места уже не хватит. Как бы. А, и дерево. Принеси сюда дерево. Да. Вот, это что-то типа алмаза, надо типа такой стенд небольшой сделать. Так, нужно сделать руку вот так, в 4 блока, хоть. Я типа его в окаменелостях, типа где-нибудь в камнях, типа запряжён. Ну знаешь, типа такой, да? Типа его нашли. Да. Стол надо, типа, вот так его. Я не знаю, как я вообще криво... Я что-то забыл, как строится эта рука. Надо его сейчас заскриншотить, потому что... Ну нахер это все. Я вообще не знаю, что построить. Сейчас я построю алмаз из реальной жизни. Беру к этим. А так уже одна минута, в принципе, осталось. А я успею. Ага, окей. Только нужно найти нужные цвета. Ну, конечно, это не нужные цвета. Это вообще не похоже на будет на алмаз, но... Ну, мне все равно. Партиклы. Ты будешь эти партиклы ставить? А? Типа,
я вот блестящий так, алмаз. Так вот сделаю. Так, правда, сейчас вот так сделаю. Не-не-не-не, это не надо. Здесь сделаю вот так вот. Я, наверное, хочу скриншот, ребят, сделать. Ну, вот такой, типа, кристальный алмазик, короче, говно все. Но мне все равно, я скрин не буду делать, потому что я строил и лучше, а это вообще говно. В принципе, это такой небольшой алмаз. Так, это у нас пацан строил, но здесь чисто, ребят, ну окей, кстати, окей, да. И это, ну, да, у меня окей. Почти такая же, это... Это мое. Ну, здесь легендари, просто легендари, ребят. Ребят, мы сразу скажем, мы будем ставить друг друга легендари, потому что мы вместе сейчас играем. А, здесь... Кстати, ну окей, знаешь, что тут что-то не особо такая тематика. Я вообще пуп поставил. А что у нас тут? Ну, здесь вроде типа похоже на алмаз что-то, но... А, блин, ладно, я там окей. Ну, здесь вот вообще тут... пуп. Здесь супер пуп, честно. Тут просто алмаз... Нет, тут хоть есть тематика с алмазами, но это вообще не алмаз. А вот тут, ну, вот тут, знаешь, вот тут и гуд. Здесь не нравится, ребят. Тоже здесь поставлю, нормально детализировано. Алмаз. Ну тут. Окей. Ну тут окей, да, окей. Тут, ребят, у нас. Не, здесь тут, вообще. Тут пуп чисто. Да. Тут есть небольшая тематика, в принципе. Она типа в руке держит блок, но здесь окей. А здесь даже. Нет, я гуд поставлю. Не, и тут просто от тематики просто люди, просто человек очень много детализировали. Тут, вот здесь вот гуд. Да, вот здесь гуд. Там просто человека просто очень много детализировали, а над алмазом не старались, только блок поставили. Ну, здесь легендари. Я сейчас так немножко постарался. Да, здесь что такое? Тут... Рубин, ну, тут это, типа... это же вот рубин. Ну тут окей, в принципе, ну это вообще никак тематики не относится. Тут вообще не к тематике вообще, это там же рубин. Ну вот видишь, тут... вот здесь это перестраивать вот с этого алмаза. Ну тут эпик. Оставлю. А, нет. О, второй. Вот этот победил. Я получил второе место. Здесь, в принципе, была оригинальность, поработали. Да. Ребят, сейчас у нас будет вторая карточка. Да. Три. И вот, ребят, у нас сейчас вторая игра, и нам надо построить камеру. Да, сейчас у меня уже есть одна идея крутая. Я хотел построить одного человека, который держит камеру, но что-то перезахотелось, потому что это очень сложно. Да, я вот, наверное, сделаю, ну, как обычно, такие старые камеры со вспышкой и того. А, я вообще видеокамеру хотел сделать. И я типа такой, знаешь, типа там, ну, такие, ну, сейчас даже такие видеокамеры, это, камеры есть. Это, ребята, это ставьте лайк, это у кого еще есть такая камера, это, ну, я думаю, она еще у всех есть. А, что какая? Это? Такие, знаешь, типа, вот так фотографировать, типа, ну, как тебе объяснить? Так, я даже сейчас, ну, потом увидишь, короче. А, окей. Так, я буду использовать еще красный цвет, я в принципе. Я здесь поставлю еще третью эту. Я, походу, это криво. Блин, у меня нету симметрии, дебил. Ой-ой-ой-ой-ой, мне нужно... Я без симметрии сделал свою постройку. Чтобы, ну, цвет голубой использовать, в принципе. Все, теперь симметрия есть. Ну, здесь немного нужно поближе тогда, потому что у меня постройка стала очень маленькой. Такой так, небольшой. Здесь ставим вот такую видеокамеру. А, ты видеокамеру делаешь? Я об этом не... Я же вначале сказал, что я буду делать видеокамеру. Окей. Так. Я, типа, объектив небольшой, черненький, типа такой. Типа, который наш, это выдвигается такой. А. Так, вот. У меня построек будет такой нормальный по размеру. Я вообще хотел, я могу сейчас вообще, если успею, добавить человека, который снимает через эту камеру, только это очень-очень сложно, потому что... Я вот, наверное, небольшой объем, в принципе, сделал. Ну, у меня камера тоже такая, с нормальным размером. Да, ребят, у нас остается еще 3 минуты. Я думаю, мы успеем. Сейчас сделаю вот так вот. Прикольно, кстати, получается, знаешь. Здесь можно вот так сделать. Так. Здесь вот так. Здесь, типа, какое-то стекло такое небольшое можно сделать.
Так, вот так поставим. Так, такую пучку надо большую сделать. Так, это как будет-то выглядеть? Вот этот угол добавим. Да, вот так красивее. Я еще одну, еще один объем небольшой сделаю. Здесь сюда поставим такое темное. Вот так вот. Теперь камеру немного продлеваем. И вот здесь камеру просто заканчиваем вот здесь. Ну, тут должны быть кнопки, конечно. Так, с кнопки. Чем сейчас использовать, наверное, такой темный цвет возьму, грей. Так. Так, какие? Ну, красные. Потом. Потом какие цвета можно поставить? Вот такие можно поставить. Красно-черный, да. Красный. Я красно-голубой использую. Красно-голубой? Угу. Ну, я сейчас просто вот здесь такую. Вот так, ну, с другим цветом каким-то. Так, вот. Надо другой пол поставить. Пол, наверное, у меня будет деревянный. Так. Ну, примерно вот такого цвета будет у меня это. Так. Держатель для камеры, конечно. Партиклы каким он использовать? Так, может, explosion, типа? Не-не-не, слишком что-то близко сделал к этому. Explosion, да, типа такое. Типа такое небольшое. Так, сейчас побыстро заменяю. А как так. Партиклы убрать, ты знаешь? Я не знаю. Не, партиклы вроде не убираются. На, вот такие вот, типа. Все, я убрал партикл. Как раз это возможно. Так, я сейчас делаю такой скриншот. Ой. Не то. Так, я, наверное, все сделал, в принципе. А, все, я сделал такую крутую камеру. Тут, конечно, это нужно сделать примерно вот так, что-то. Все, да. Камеры. Кстати, нормально камера у меня получилась. Я сейчас закончу, вот немного осталось, хоть. Ну все, я закончил. Так, а вот там? Это, кстати, типа камера записывает, типа ютубер. Но здесь могу, кстати, тянет. Да, good. Так, тут у нас, ну вот здесь, да, вот здесь, кстати, здесь, ну здесь окей, можно оценить, в принципе. Я у меня почти такая же. А вот. Тут, знаешь, вот тут уже классная камера, вот здесь мне нравится good, кстати. Здесь оригинальный. Я здесь поставлю окей. Okay. Это что такое? Ну, а тут, типа, конечно. Вот это типа фоткает он. Тут, окей. Okay. Ну, тут вообще ничего тут, нету. Тут супер. И при чем тут это? О, вот это просто топ, ребят. Вот это моя постройка. Легендари. Просто легендари, ребят. Так. Thanks. У нас, ну, тут недостроено, но, ну, могла бы быть пойти на окен, но я тут ставлю пуп. Да. Просто недостроен, чувак не смог. Ох, вот тут просто эпик, ребят. Здесь конкурент на победу есть. Да, здесь, блин, я не успел поставить, дебил. Ну, тут супер пуп чисто. Это вообще не по теме. А это может типа не понял, что такое вообще. А, ну тут. Это, а, ну тут окей. Ну тут можно даже взрывать, пуп. Пошли, взрываем. Здесь чисто пуп. Вот моя, кстати. Вау, я ставлю Ой, то есть я не то поставил. Legendary, да. Че, ну эпик поставил. Такс. Тут окей. Тут, да. Вау, кстати, я выиграл. Я занимаю 6-е место, ребят. На этом у нас все. Всем удачи, всем пока.